что было, то прошло вчера. Начнется новый день с утра, а значит, будет жизнь легка, прекрасна и добра. Не важно, холод ли жара, начнется новая игра. Глаза открой, проснись и пой, пришла твоя пора. Пришла твоя пора. Спонсор проекта — торгово-развлекательный центр «Мега». Доброе утро, друзья! В эфире утренняя программа «Пара». Сегодняшнюю зарядку проведем специально для тех, кто часто проводит время в лесу, для тех, кто ходит по грибы да по ягоды. И первое упражнение – ходьба на месте. При ходьбе высоко поднимаем колени. Пошли! Давай еще раз. При ходьбе высоко поднимаем колени. Пошли! Если вам это упражнение легко дается, то можно побегать, также высоко поднимая колени. Вот Денису легко. Куда идем мы с питочком? Большой-большой секрет. И не расскажем никому. Да-да! Вернее, нет-нет. А теперь предлагаю поделать наклоны с утяжелением. Заодно соберем грибы. Поехали! Следующее упражнение. Качаем бицепсы. Берем ведро в правую руку, прижимаем локоть к телу и поднимаем. Раз, 500 хватит. Меняем руку. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the crazy man I get straight. Так как в лесу очень много комаров, предлагаю поучиться их убивать. Заодно будем развивать координацию. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Танцы называются «Кто в лес, кто по грибы». Следующее упражнение от Дениса. А сейчас мы будем делать самое действенное упражнение, которое, в котором задействуются все буквально мышцы, абсолютно все, и называется оно приседание. Ну а наша лесная зарядка подошла к концу. Будьте почаще на свежем воздухе, и тогда все у вас будет хорошо. Доброе утро! Пора завтракать. И как сделать жаркое летнее утро полезным и свежим, нам расскажут две подруги. Ангелина Кабар, тренер по фейсбилдингу, и Марина Елисеева, бухгалтер. Здравствуйте, дорогие друзья! Я предлагаю вам завтрак на сегодняшнее утро. Так как на улице лето, хочется позавтракать очень легко и очень вкусно. Мы предлагаем сегодня фруктовый салат на прекрасный утренний летний день. Для салата Марина и Ангелина предлагают использовать как можно больше различных фруктов. Банан, яблоко, апельсин, грушу и, самое главное, киви. Вообще, для женщин очень полезно кушать киви. Особенно 3, если киви съедаешь в день, то это способствует еще и эффекту фигуры. То есть, если кто поддерживает свой вес, тому прекрасно этот фрукт подходит. Так, нам необходимо это все помыть. Пока Марина моет и чистит фрукты для салата, Ангелина готовит творожный мусс. Мы берем опять же творог обезжиренный,
Конечно, для мужчин желательно делать такой нормальной жирности, плотности творог, а мы для женщин делаем такой вот вкусный и полезный завтрак. В творог добавляем порезанный мелкими кусочками банан. Творог – это кальциевая масса, банан тоже у нас находится на крахмальной основе и очень хорошо совмещается. Теперь потихонечку подсыпаем изюм таким вот образом. Дальше заливаем получившуюся массу фруктовым йогуртом и перемешиваем. Работаем без блендера, без ничего, потому что если с блендером все это смешать, не будет чувствоваться ни вкус банана отдельно. Попадать не будет. Изюм как-то так смешается. Пробовала я так. Так вот, просто вот. Очень питательно и полезно. Как говорили наши бабушки, самая вкусная и полезная еда – это простая еда. Вот, первое блюдо готово. Да, собственно, и фруктовый салат тоже почти готов. Подруги в четыре руки быстро расправились с грушей и яблоком. И осталось только перемешать салат. Здесь находятся все витамины. Ну, вот общепринятое мнение, что день надо начинать с фруктов. Да. В общем-то, диетологи советуют. Мы так и начинаем утром. А для утренней бодрости Ангелина варит кофе с корицей. Ложка кофе, щепотка корицы кладется в турку, а затем заливается чашкой холодной воды. Все, ставим кофе на плиточку и ждем, пока поднимется пеночка. Приятного аппетита! Пускай ваше утро будет пряным, как этот кофе, разноцветным, как этот салат, и полезным, как этот творожок. С добрым утром! Звоните и присылайте нам свои рецепты. Доброе утро! С приближением сентября родители школьников озадачены вопросом, во что одеть ребенка в школу. Как выбрать такой наряд, чтобы он устроил самого ребенка и администрацию школы? Об этом поговорим сегодня. Во многих благовещенских школах принят деловой стиль в одежде, а в остальном они не ограничивают в выборе фасонов и расцветок. Есть школы, в которых требуют придерживаться определенного цвета в одежде – черного, синего или бордового. Если мама и папа мечтают видеть своих детей элегантно и красиво одетыми, то сами дети предпочитают удобство и комфорт. Кроме требований школы, нужно обязательно учитывать мнение самого ребенка. Я хочу одеться элегантно, как мой папа. Брюки, рубашка и галстук. Классика вне времени и моды. Но если не по следам, некомфортно в пиджаке. Альтернатива пиджакам является джемпера, жилеты, кардиганы, выполненные из натуральных тканей, что позволяет ученику чувствовать себя комфортно и раскованно в течение всего дня. Для зимы хороша одежда из шерсти, для лета и осени – леный хлопок с добавлением синтетических волокон и вискозы. А о какой одежде мечтают сами дети? Мягкая, теплая, уютная, красивая. Позвольте сыну или дочери самим выбирать понравившуюся им модель. Пусть чувство стиля развивается у них с малых лет. Что касается модной цветовой гаммы для девочек, то в новом сезоне преобладают розовые, серые и жемчужные оттенки. Лучше купить несколько комплектов одежды. Во-первых, ребенку надоедает ходить в одном и том же. Во-вторых, вещи пачкаются, так что в любой момент должна быть возможность заменить испачканную деталь гардероба. Мне нравится блузка такая, как на мне. Это очень модно. Школьный наряд можно дополнить интересными аксессуарами. Можно приколоть к блузке или кофте какую-нибудь брошь. Но в школьной жизни есть особые дни, когда можно нарядиться празднично и в то же время стильно и модно. В детском возрасте закладываются основы вкуса и стиля. Красиво одетые дети увереннее себя чувствуют среди сверстников и легче адаптируются в обществе. Примеряя с ребенком одежду, не торопите его. Пусть он пройдется в выбранной одежде по магазину, посидит в ней или даже попрыгает, ведь надо убедиться, что ему в ней удобно. Август – последний месяц летних каникул. Скоро закончатся беззаботные летние денечки и закружат школьные будни. Но еще есть время для того, чтобы осуществить то, что запланировал сделать летом. Успехов в осуществлении планов, хорошего дня и с добрым утром! Торгово-развлекательный центр «Мега». Навстречу вашим желаниям! Что было то...
прошел вчера, начнется новый день с утра, а значит, будет жизнь легка, прекрасна и добра. Не важно, холод ли, жара, начнется новая игра. Глаза открой, проснись и пой, пришла твоя.